О, две комнаты у меня. Ну вот, все. По новой надо все строить. А что, как я его останавливаю? Пенсию поддали, с августа месяца не получаю. Я сам потихоньку, вот тепло будет, цемент покупать и потихонечку копаться. Вот вам и пенсия. Потом уже сколько раз попадал там в ваш дом? Ну, нет, в дом ни разу не попал. Именно в дом. Война никому не нравится, что мне сказать. Я думаю, что жили, работали. Ну а теперь просто живем, и то слава богу. Отсюда дальше будем как-то дальше жить. Я не знаю, как, правда, пока еще. Мир хочется, чтобы был мир. Все люди хотят мира. И больше на сегодняшний день ничего люди не хотят мира. А потом будем уже. Зачищают. Что расскажет? Она знает больше. Приехали, убираем у соседей. Ну. То, что разбросалось, убираем у соседей. И мебель была, и все. Мы ничего не забрали. Вот в чем были, то мы и остались. Сделали евроремонт. Сделали все дома. Только начнем жить. Теперь остались без ничего.